Доброе время суток. Вот такие у нас уже персики, листья распустились. Там, где персик цвел, там уже вот есть маленькие-маленькие такие вот персики. Это на самом деле дичок, выросший из семечка у меня с компостной ямы. И я вот делаю прививку. Показывала уже в этом году, как я сделала прививку именно в ствол. Просто посверлила дырку и сделала палочки в ствол. Это у меня белый нектарин привит. Делала так первый раз. Обычно делаю в расщеп, а это вот делала первый раз. И вот смотрю, почки были до этого, сейчас уже листики пошли. И вот все три прививки, в принципе, прижились. Вот это вообще у меня слива сюда привита. То есть это косточковые, это из одного семейства, и поэтому оно подходит. Но, тем не менее, вот интересно, что здесь слива. А вот это вот два нектарина, и ну, пока оба пошли. Идея в том, что я потом спилю вот это вот дерево, и у меня будут культурные нектарины и сливы на одном дереве.